Во Дворце культуры «Спартак» состоялся творческий вечер аварской поэтессы Паризы Гиреевой. На сегодняшний день из-под пера писательницы вышло достаточное количество произведений на разную тематику и жанры. Свою деятельность начала достаточно давно, работая учителем в школе города Кизилюрт. Для того, чтобы поздравить виновницу торжества, в зале собрались работники муниципалитетов, городов и районов разных сфер деятельности. В числе первых со словами поздравления обратился управляющий делами администрации муниципального образования город Хасавюрт Гаджияв Магомедов, который от имени главы города Зайнудина Акмазова зачитал поздравительный адрес. Хирматин грамотовозе, иди куда не стал он кобетер, Рамазан Абулт и Мусулакласа Бакхалашту Ваша Бакатха. Шарафу администрации кого депутата с Бакхаласа, Хасаву Шарафу Бетер Занудин, Дарабекович Ахмазов Сул Царлсон, вот кому бы барки за Паризы Гревода и Тул юбилей. Харизе, Хабуш, Жегич Ахил Бехен Хабир, Халмей Бехе, Варави Хамильфи. Париза Гиреева родилась в селении Хубар Казбековского района, окончила Дагестанский педагогический институт. Долгое время проработала учительницей в селении Зубутли-Миатли. Сотрудничала с газетой «Вечерний Кизилюрт», республиканской газетой «Истина». Первая книга «Моя заветная звезда» была выпущена в 2001 году и полюбилась читателю. В 2008 году вышел в свет роман «Судьба». В том же году она стала членом Союза писателей России, а с 2009 года Гиреева – член Союза журналистов страны. Как поэтесса неизвестна, и мы ее уважаем как хороший журналист. Она пишет на разные темы, на темы морали, на темы взаимоотношений людей. Главная ее тема – это тема люди, добрые отношения между людьми. И она старается говорить о известных людях и района, и города Хасавюрта. И она активно участвует в нашей газете и в то же время публиковалась как поэтесса. На сегодняшний день на стихи Паризы Гиреевой исполняются песни артистами дагестанской эстрады, которые получили большое признание слушателя. Праздничный вечер был украшен выступлениями солистов и танцевальными номерами хореографических ансамблей. От имени главы Казбековского района поздравить Паризу Гирееву со знаменательным событием прибыл также заместитель главы администрации района Икрамудин Салимханов, отметив, что мастерство и талант писательницы на очень высоком уровне и вносится огромный вклад в культурное наследие Дагестана. В Казбековском районе не найти человека, который бы не был знаком с творчеством поэтессы Паризы Гиреевой. Вас хорошо знают и юные читатели, и люди старшего возраста. Вы подарили читателям немало замечательных произведений, которые останутся созвучными временем. Ваша творческая и активная общественная деятельность получили признание жителей района и республики. Пройдя достаточно долгий путь становления писательницы и журналиста, получив признание народа, Париза Гиреева возглавляет редакцию аварской газеты «Насихат» в Хасавюрте и трудится во благо народа. Бека Сулейманова, Тагип Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».